силами обладая, воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святой славной всех хвальных апостол, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех воинов за веры Отечества на поле брани жизнь свою положивших, от ран и голода скончавшихся, в пленении и в горьких работах, невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся, вселенных праведных ученик недрах Авраамлих упокоит, справедно сопречтет и нас помилует, яко благ и человека любит. О, блаженном успении! Господи, усопшим рабом Твоим, преснопамятным вождем воином, за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положившим, от раны голода скончавшимся, пленении горьких работах, невинно умученным и убиенным, и всем победы ради потрудившимся. Христо творим вече мою. Сегодняшний праздничный день мы с вами помянули всех тех, кто отдал жизнь свою, исполняя свой воинский долг за освобождение человечества от нацизма. Мы молим Господа Богу и молимся Ему, чтобы эти трагические события, которые были в 20 веке, никогда больше не повторялись на этой земле. Чтобы мир и благоденствие воцарилось среди людей, среди нас с вами, на эстонской земле и на всех странах мира. Желаем всем вам, дорогие ветераны, дорогие братья и сестры, доброго здоровья, душевного спасения. Божие благословение да пребудет со всеми вами и над нашей Эстонией. Храни вас всех, Господь Бог. Thank you.
Мария Александровна. А Мария Александровна, по-моему, вот это. Ну, Володя, мы пойдемте с вами в автобусе. Все сохранили. Долго ждали. Для нас, норвичан, всегда был символом героизма воинов, которые освобождали, которые боролись с фашизмом. Конечно, нас хотели этот танк в 90-х годах внутри, когда решили, что будут создавать музей военных техники где-то в районе Ихли. Мы предложили этот танк снять. И норвичане этого не позволили сделать. И этот танк, наверное, символ борьбы Великой Отечественной войны, героизма и победы. Поэтому мы всегда сюда приходим, сюда приезжают молодожены, здесь бывают норвичане, возлагают свои цветы, как дальники, тех, кто боролся. Участники высадки десанта, а также здесь были проведены захоронения еще не многих товарищей, которые разыскивали после войны. Кастанам холодно, высоко, и погорельцы, качают с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей замузанной ушанке, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный, и у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный. А я с девчонкой балагурю, я больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было? Как совпало. Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые. К сожалению, не многочисленны, а их становится меньше, все меньше. Уважаемые жители города, мы сегодня еще у одного памятника очередного места трагической гибели ветеранов, участников войны здесь, в районе Усть-Нарвы. Было это маломерные, как правило, корабли. Новые было. Вышли они, весь этот состав. Подошли, это десант, сюда, ближе к Усть-Нарве, ночью. Не ожидалось никакой, что были данные разведки,
что здесь меньше, не имеет никаких шансов. Сразу. Ну, вот еще одно обстоятельство, что обеспечили этим десант было выйти туда, вот куда мы дальше поедем, в район Синий. января 1944 года, я просто повторю еще раз для памяти, войска 2-й ударной армии, которой командовал генерал Иван Иванович Фединский, вышли на тот берег реки Наровы, закрепились на плацдармах, там до сих пор есть место, которое называется плацдарм Фединского, и завтра ветераны Ивангорода на специальном катере поплывут именно туда, к плацдарму Фединского. Здесь идет под захоронение тех, кого поисковики наши все эти годы находят в болотах, в лесах. И они подзахораниваются вот в этих местах. Вот вы видите, вот эти вот доски есть с именами, есть безымянные могилы. В них захоронены советские солдаты, которые погибли тоже в этих... Норветяне, для меня большая честь и большая человеческая радость вместе с вами присутствовать на этом митинге, посетить множество памятных мест, мемориалов, захоронений, могил воинов, отдавших свои жизни за то, чтобы мы сейчас могли жить. В народе живет такое представление, что боль, разделенная многими людьми, становится меньшей болью, а радость, также разделенная людьми, наоборот, приумножается, становится большей радостью. И я думаю, очень правильно, что норветяне держат такую традицию в эти памятные дни собираться вместе и отдавать долг памяти погибшим воинам сообща, вместе. Тем самым мы разделяем боль утраты, которую понесли наши люди в военные годы, и вместе славим оставшихся в живых ветеранов. Я хочу выразить слова глубочайшей благодарности ветеранам, пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, чтобы близкие были рядом с вами. И мне кажется, самой лучшей благодарностью от нас будет ваше представление о том, что вы знаете, что ваше дело не погибло, что память о нем хранится, и что молодые поколения сейчас вместе с нами, и мы уверены, они передадут эту память своим потомкам. Нарва действительно удивительное место. Это живая память военных лет, столько отдано здесь за то, чтобы мы могли жить счастливо. Спасибо вам огромное, мы всегда будем об этом помнить и надеемся, что такая традиция будет жить на этой земле. День Победы, 9 мая. Праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся всеми к нам приходили ветераны. Рассказывали ребятам о своих боевых подвигах, а сегодня мы решили совершить такое с вами путешествие по боевым местам. И от всей нашей школы, не только от первого класса, но и от всех, мы сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы. За все, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам. Спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам. Низкий вам поклон за ваш подвиг. Мы гордимся. Выходила, песню заводила, красив нового сизового, про того, которого любила, про того, что не спалила, про того,
ясным солнцем след. И бойцу на дальней пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальней пограничье от Катюши.